Доброго дня, шановні учасники круглого столу. Good morning, dear participants of the round table. We are here with a very serious matter in hand. Загрози радикалізму. І ми хотілося б, щоб ми сьогодні з вами його дуже змістовно обговорили. Я радий вітати у цій залі правозахисних комісарів, активістів правозахисних організацій, членів президії міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму», депутатів парламентів країн Європейського Союзу, СНД, Великобританії, Ізраїлю та США, депутатів Верховної Ради України. Сьогодні до України прибули відомі європейські та американські політики, представники правлінь 158 громадських правозахисних організацій із 36 країн світу. Серед наших гостей – депутати Європарламенту, члени парламентської асамблеї Ради Європи, представники країн Європейського Союзу, Великобританії, США, країн СНД, котрі стурбовані ситуацією в Україні. Мабуть, немає у світі країни, громадяни якої не стикалися з проявами екстремізму та радикалізму. Особливо загрозливих форм такі прояви набувають на тлі расової та національної нетерпимості. При цьому слід зауважити, що у сучасному світі сьогодні фактично немає держав, де проживають люди лише одної нації чи раси. Минуле століття на нашій планеті охарактеризувалось, на жаль, не тільки стрімким розвитком науки і техніки, а й низкою трагічних подій і гуманітарних катастроф. Дуже часто вони були наслідком втілення у життя нелюдських теорій по возвеличенню одних та тотальному пригніченню або навіть фізичному винищенню інших. У нашій країні це повною мірою відчули на собі представники старших поколінь, які винесли тягар страшних воєн. Тому з великою повагою і шаною ми в Україні ставимося до тих, хто, ризикуючи своїм життям, подолав фашизм, завоював мир та безпечне буття прийдешніх поколінь. У 2013-2014 роках виповнюється 70-та річниця подій, пов'язаних з визволенням нашої держави від нацистських загарбників. Невдовзі весь цивілізований світ, а з ними і Україна, відзначатиме 70-річчя великої перемоги над нацизмом у Європі. Разом з тим, час, що віддаляє нас від тих подій, призводить не тільки до загоювання ран у людських душах. На жаль, у певних суспільних колах відбувається так зване переосмислення історії, яке насправді виливається у її спотворення і перекручення. Це загрозлива тенденція в умовах, коли до цього переосмислення історії причетні не просто особи з відповідними поглядами, а й політики і громадські діячі. Народні депутати України зробили свій внесок у забезпечення історичної справедливості. Нещодавно було законодавчо унормовано посилення відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму, осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених у пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни. Йдеться про радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань. Але зусиль лише політиків недостатньо. Потрібна підтримка громадськості, зокрема й міжнародної. У цьому зв'язку наше зібрання робить справді корисну та своєчасну справу. Віддаю належне діяльності таких організацій, як міжнародний рух «Світ без нацизму», зусилля якої спрямовані на недопущення відродження таких ганебних явищ, як нацизм. Вважаю, що загрози радикалізації політичного процесу нині є актуальними для багатьох держав. Це є глобальною проблемою, яку, на жаль, відчуває протягом останніх місяців і наша держава Україна. Не можна сказати, що ситуація в українському парламенті у зв'язку з подіями на вулицях Києва та інших міст є простою та однозначною. Разом з тим, більшість народних депутатів України знаходять у собі сили приймати виважені рішення. А це вияв мужності за нинішніх умов приймати рішення не популістські, але зорієнтовані на інтереси держави та нашого народу. Попри складність ситуації в парламенті, вважаю, що саме Верховна Рада України має стати головним майданчиком, де буде досягнуто компромісу та знято напругу в суспільстві. Бажаю нашому зібранню успішної роботи. На мій погляд, він сприятиме більш глибокому розумінню реалій нашого сьогодення, а також донесенню до міжнародного співтовариства об'єктивної інформації про ситуацію в Україні. Шановні учасники нашого форуму, я хотів би
запросити до слова і передати його члену парламентської асамблеї Ради Європи, президенту міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму» Борису Шпігелю. Будь ласка. Говорить, я буду на російській мові, і тому, значить, діло заключається в тому, дорогі друзі, що я, во-первых, всім дуже благодарен, благодарен всім нашим активістам, благодарен членам Президиума Мира без нацизма, Верховним комісарам, депутатам, о том, что они сегодня приняли обсуждение в этом очень серьезном. И мы даже себе не можем представить, насколько серьезно мероприятие. Ровно 4 года тому назад мы, люди, которых волнует проблема возрождения нацизма, собрались именно в этом городе, городе Киеве, для того, чтобы создать международное правозащитное движение «Мир без нацизма». Обсудив тогда складывающуюся ситуацию, мы пришли к выводу, что для того, чтобы эффективно противостоять набирающим силу радикально-националистическим тенденциям, необходимо объединение всех сил, которые выступают с единых антинацистских позиций, вне зависимости от их политических убеждений. Сегодня видно, что сделали мы все очень правильно. И дело в том, что наша организация окрепла, она набирает силы, но и противник не дремлет. Мы видим, что творится сегодня в городе Киеве. Мы видим, что сегодня творится на перекрытой улице. Мы видим, что мирным людям негде, собственно говоря, нормально ходить, и они не могут нормально жить. Сегодня именно в этом месте и в это время мы должны провести промежуточные итоги того, что может случиться, если мы не примем своевременно меры. Мы имеем, уважаемые коллеги, очень печальный исторический факт. Мы планировали сегодня в конце провести митинг в одном из страшных мест Киева. Это в Бабьем Яру. Но я сегодня, даже за неимением времени, а мы будем работать сегодня целый день, и у нас сегодня планируется еще встреча с президентом. Я вместо того, чтобы... Мы были вчера на этом месте, мы видели этих людей. И я хочу сказать, чем отличается Украина. Украина отличается от других государств тем, что власть в этой, при этой власти сегодняшней, власти закона избранной, люди разных вероисповеданий могут ходить как в церкви, так в мечети, так в синагоги. Сегодня нет антисемитизма, нет продолжения Холокоста. И сегодня власть принимает те законы, которые направлены на сплочение страны. Мы говорим, что народу живется немножко не так, но давайте мы проанализируем, какое наследство приняла эта власть. И что она сегодня делает для исправления ситуации. И я бы хотел, я проанализирую некоторые вещи, которые мы сегодня видим. Но вы знаете что? Лучше всего, я хочу вам прочитать, коль мы не пойдем сегодня в Бабий Яр, я хочу вам прочитать стихи одного известного поэта, Мусы Джалиля, который охарактеризовал эту ситуацию. Он охарактеризовал, что может быть завтра, уважаемые коллеги, если мы все вместе не примем меры, не сплотимся для того, чтобы сегодня и власть, и украинская оппозиция приняли меры для того, чтобы их народу жилось лучше, чтобы народ жил так, как он хочет жить. И чтобы, принимая любые меры, спрашивали у народа, что вы хотите. И чтобы не кучка людей там на Майдане решала вопросы, которые должен решать весь украинский народ. Они с детьми погнали матерей и яму рыть заставили.
а сами они стояли кучка дикарей и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ, и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею, друг друга с бешенством гоня. Не и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда, вовеки я видел. Плакали, как дети реки, и в ярости стонала мать земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучи опустилось на поля. В последний раз детей поцеловала, в последний раз. Шумел осенний лес, казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я видел, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил сбук, прижались к матерям, цепляясь за подолы, и выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья еще не старой женщины. Она смотрела ужаса полна. Как не лишиться ей рассудка? Все понял, понял все, малютка. Спрячь, мамочка, меня, не надо умирать. Он плачет, и как лист держать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже. Нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу против дула прямо. Я, мама, жить хочу. Не надо, мама, пусти меня, пусти, чего ты ждет? И хочет вырваться из рук ребенок. И страшен плач, и голос тонок, и в сердце он рывается, как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас вздохнешь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. И он закрыл глаза, и залила кровь, по шее тонкой лентой извиваясь. Две жизни наземь падают, сливаясь, две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой, и сколько слез горячих и горючих. Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, ты миллионы лет свела для нас, но испытала ли ты хотя бы раз такой позор и варварство такое? Земля моя, враги тебе громзят, но выше подними великой правды знамя, омой его земли кровавыми слезами, и пусть его лучи пронзят, пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно, кровь наших матерей. Я прочитал эти стихи вам, уважаемые господа, для того, чтобы мы все прекрасно понимали, что когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, никто не верил того, в какой ужас он ввергнет Европу. Я прочитал вам эти стихи для того, чтобы напомнить вам, как это было в Бабьем Яру. И я хочу сказать вам, что вот сегодня мы говорим о чем? Да, оппозиция. Да, власть не может быть без оппозиции. Оппозиция, власть не всегда может быть права где-то и так далее и тому подобное, но оппозиция должна садиться за стол с властью, спрашивать у народа, создать гражданскую платформу. И мы сегодня в обращении к президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу, которого мы подготовили сегодня, и мы будем принимать его здесь на нашем круглом столе, мы будем говорить о том, что мы призываем создать эту гражданскую платформу и спросить именно у украинского народа, что он хочет, какие есть проблемы, и чтобы оппозиция вместе с властью это все решала. Но я, к сожалению, хочу обратить ваше внимание, коллеги, на то, что Украина сегодня является не субъектом, а объектом. Понимаете, именно в Украине сегодня появилась некая сила,
которая не связана с оппозицией, которая не связана сегодня с кем, которая получала определенные гранты из западных государств, которая раскачивает ситуацию и которой не нужно решать то. Вот пришел Лид Макарович Кравчук, я рад его поприветствовать. Он сегодня очень сильно поддерживает наше движение и рад, что он сегодня в этот день очень с нами. Это первый президент Украины, который сегодня, которому сегодня наиболее больно тому, что происходит сегодня в его стране. Так вот, я хочу сказать, что вот эта власть, это молодые люди, которые хорошо вскормлены, которые объединены, мы это знаем хорошо, в лагеря, которые готовятся инструкторами из различных праворадикальных сил, находящихся в западных державах. Они сегодня раскачивают ситуацию на Украине. Им сегодня не надо решать проблемы украинского народа. Они сегодня хотят решать свои собственные проблемы. Они хотят, чтобы была дестабилизация в Украине. И они хотят начать с Украины и пойти дальше, пойти в другие страны, импортировать свои идеи. Они занимаются прежде всего идеологизацией молодежи. Занимаются идеологизацией молодежи, которая не знает, к сожалению, исторической правды. Молодежь не знает того, что было в этих стихах. Молодежь не знает, кто победил в Великой Отечественной войне. Молодежь не знает того, к сожалению, что их деды, их отцы проливали кровь за то, чтобы Украина была свободна. Я родился и вырос на Украине, прожил здесь 28 лет. Мой отец здесь похоронен. И многие сегодня, у нас Леонид Барт присутствует здесь, кто выходит из Украины, руководитель американской организации «Америка без нацизма». Я думаю, он тоже скажет сегодня несколько слов. Но мы должны, уважаемые коллеги, достаточно серьезно сегодня объединиться для того, чтобы нацизм не прошел. И я не боюсь этих слов. Это не оппозиция, которая сегодня борется за какие-то права украинского народа. Это, я не буду говорить громко, я как политтехнолог вам скажу. Те люди, которые сегодня борются против центральной власти, которая находится сегодня на Украине, они совершают геноцид собственного народа. И я, они сегодня выступают против этого народа, потому что именно вместе с властью, именно вместе, они должны сесть за стол, сделать план мероприятий и решать те вопросы, которые все и так далее. Дело заключается в том, что мы видим, что одному из лидеров так называемой оппозиции, значит, предложили пост, не маленький пост, практически второго человека в государстве. Когда люди отказываются участвовать переменах в стране, когда они отказываются от центрального поста во власти, это говорится о том, что не власти они хотят, и не власти они хотят дестабилизации в стране. Я хочу вам сказать, что мы сделали большой труд, о котором сейчас будет говорить мой первый заместитель Валерий Викторович Энгель. Мы создали вот эту белую книгу нацизма, которая лежит у вас на столах. И я хочу вам сказать, что это огромный труд, который делался немецким институтом вместе с одним из российских институтов Содружества. Значит, и здесь дан рейтинг возрождения нацизма, уровень радикального национализма в разных странах Европы, которые были у нас в мониторинге. И я сейчас постараюсь вам сказать, почему Украина стоит на том месте, на котором она здесь стоит. Если внимательно посмотрите, здесь есть все факторы, на основании которых делалась эта книга, делалось это исследование. Я хочу обратить ваше внимание, что это первое исследование в мире. Я рад приветствовать Викторовича Ющенко. Спасибо большое, что пришли к нам. Значит, это первое исследование, которое делалось нашими коллегами, и которая применяет и наши американские коллеги, и Совет Европы, и так далее, и тому подобное. Общий вывод, если мы будем говорить, уважаемые коллеги, он очень неутешительный. Активность и влияние националистической организации в мире растет.
Это выражается прежде всего в численности радикальных экстремистских группировок, в демаргинализации этих групп, в росте их идеологического влияния на избирателя. Мы прекрасно знаем, что именно в Европе, а Украина – это сегодня некий плацдарм, это тренировка, уважаемые господа. Практически не осталось стран, где не были бы представлены в парламентах, а в ряде случаев в правительстве, националистические партии. В росте числа преступлений на почве ненависти, в набирающем силу процессе героизации нацизма, прежде всего в восточноевропейских странах и часто при поддержке властей. К счастью, в Украине этого сегодня нет, и нельзя допустить, чтобы сегодня это случилось именно в Украине. Особенно печально, что растет число стран, где власти прямо или косвенно поддерживают эти тенденции, где пытаются использовать национал радикалов в своих политических целях, где потакают им. Мы можем назвать эти страны. Здесь есть депутаты парламента в этих стран, и они могут рассказать нам сегодня, что происходит в их странах. Это прежде всего и Греция, это прежде всего, значит, Латвия, значит, где сегодня на государственном уровне поддерживаются тенденции, про которых я говорю. Между тем, сила и влияние националистов растет. Глубоко ошибочны были бы взгляды тех, кто считал, что вхождение радикалов в законодательные органы власти уменьшит их опасность для общества, что они станут более цивилизованными. Я уже говорил, что влившись в лоно парламентской работы, они не откажутся от своих программных требований и, главное, не откажутся от насильственных действий. Мы видим, что и в Украине это не происходит. Они стали успешно совмещать представительство в парламенте с уличными акциями. Получив парламентскую неприкосновенность, они стали более наглыми и агрессивными. Более того, государственные средства, которые во многих странах полагаются всем парламентским партиям, направляются ими на преступную деятельность. За примерами далеко ходить не надо. Если мы говорим, например, о Греции, то мы знаем, как на наших глазах буквально разворачивалась эта драма. Это, значит, партия, про которую мы говорим в Греции, известна погромом мигрантов на рынках греческих городов, нападение на выходцев из Азии и Африки, экзотическими акциями по организации донорских пунктов в Афинах, по сдаче чистой греческой крови. Заметьте, чистой греческой крови, хотя мы говорим сегодня на Украине. И на Украине это завтра будет, если мы не предпримем сегодня меры. Апогеем стало убийство активиста партии антифашиста Павла Софиса, известного рок-музыканта. Что принесла Греции «Золотая заря»? Первое место в рейтинге радикального национализма среди 18 европейских стран по нашей белой книге нацизма. Гражданское противостояние, всплеск политического терроризма с убийствами неугодных и так далее. Все это мы сегодня наблюдаем и в Украине. Мне, человек, как я уже сказал, родившемуся здесь, больно смотреть, как прежде единое политэтничное общество раскалывается даже не на две, а на несколько частей. Причем этот раскол все больше происходит по этническому признаку. Я понимаю, что могут быть политические конфликты внутри страны. Я понимаю, что бывает и политическое противостояние, которое может вылиться из парламента на улице. Но сегодня мы видим нападение на органы власти. Мы видим правовой произвол, запретом тех или иных партий, и в отдельных регионах страны мы видим насилие на улицах, нападение на представителей национальных и религиозных меньшинств. Я вчера открыл iPad и увидел третье нападение, связанное с возрождением Холокоста, значит, со стороны этих сил. Это третья сила – радикальный национализм, плавно переходящий в неонацизм. И именно поэтому мы сегодня здесь. Давайте попытаемся коротко проанализировать, что произошло. Как известно, значит, мы говорим о том, что именно праворадикальные силы, я не буду называть сегодня партии, которые прошли в парламент для достижения этих целей, с ними можно сесть за стол, поговорить, их видно, понимаете? А вот те, кто сегодня стоит за ними, те, кто сегодня руководит этим процессом, их, к сожалению, не видно, они из-под тишка руководят, точно так же, как финансировали Гитлера в 30-х годах во власти, точно так же эти силы сегодня финансируют процессы, которые происходят сегодня в Украине.
Дело заключается в том, уважаемые коллеги, что под влиянием их пропаганды по Украине прокатилась волна вандализма, направленная прежде всего против памятников бывших советских воинов, материалов памяти жертв Холокоста, еврейских кладбищ, а также мусульманских захоронений. Досталось, хотя и в меньшей степени, также религиозным учреждениям, не только синагогам и мечетям, но и храмам Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Праворадикальные партии Украины активно занимаются и тем, что мы называем героизацией нацизма, о чем я уже сегодня говорил. В поисках национальных героев идеологи националистов прославляют как деятелей независимой Украины 18-20-х годов, так и коллаборационистов, выступающие в годы Второй мировой войны на стороне нацистской Германии, не делая между ними никакой разницы. И это грубейшее нарушение международных актов и прежде всего Нюрнбергского трибунала. И те, и другие равным образом представляются защитниками независимости. В апреле 2012 года во Львове на рекламных стендах были размещены плакаты, восхваляющие дивизию СС «Галичина» с надписью «Сокровище нации, украинская дивизия Галичина». Они защищали Украину. В мае 60-летию ее создания во Львове открылась выставка ее истории, где были представлены мундиры и награды. Таких случаев подкровенного прославления эсэсовцев, а также бандеровцев и прочих коллаборационистов в последние годы становится все больше. В эти годы националисты ждали своего часа, и сегодня он наступил. Вы все пройдите сегодня по Украине. Мы ехали сегодня и с ужасом видели, что Киев сегодня практически в блокаде. И я уверен, что оппозиция имеет определяющее влияние на тех, кто сегодня захватил административные здания в регионах. Как я уже сказал, появляется третья сила, которая намерена вмешаться в переговорный процесс, которая не дает сегодня, значит, власти и оппозиции договориться между собой. Сегодня эти деятели называют себя правой силой или еще кем-то, но по сути это самые обыкновенные нацисты, которые чувствуют свою силу и имеют влияние на участников сегодняшних процессов. Они уже приняли на себя ответственность, так называемый революционный процесс. Они уже выдвинули требования, которые намерены добиваться вне зависимости от исхода переговоров президента и оппозиции. К ним относятся полная смена власти и отставка президента, распуск партии регионов и коммунистической партии Украины. Я замечу здесь, если вы знаете, что сделал Гитлер в первые часы прихода к власти, он прежде всего запретил две партии. Это социал-демократическую партию и коммунистическую партию. Это были первые шаги прихода Гитлера к власти. Что мы видим сегодня в регионах? Значит, там, где сегодня висят эти черные флаги, они запрещают прежде всего коммунистическую партию и партию регионов. Почему? А почему они боятся сесть за стол и посмотреть в глаза друг другу? Почему они не хотят посадить напротив себя представителей гражданского общества, которые должны им сказать, как, собственно говоря, они хотят снова-таки жить и так далее и тому подобное? Почему они боятся всенародного референдума и так далее и тому подобное? Они хотят кардинального реформирования силовых структур, под которой поднимается передача им функций боевиков ненацистов. Принятие национальной конституции, которая в качестве главной задачи государства приняла бы защиту интересов только украинской нации. То есть речь идет, уважаемые господа, я сегодня боюсь подытожить это словами, речь идет о государственном перевороте. Если мы вспомним, что помогло некоторым партиям прийти во власть, то увидим, там было несколько факторов. Первый – это стремление замечать экстремиста, экстремизма. Что греха таить? Были и надежды власти на то, что новая националистическая партия оттянет голоса избирателей БЮТ. Да, оттянули, но смогли не только перешагнуть электоральный барьер, но и набрать более 10%. Второй фактор – это готовность, которой либеральная оппозиция – приняло радикальных националистов в свои ряды. Опять-таки, в электоральных целях лидеры либералов предпочли не видеть ненацистской составляющей некоторых партий, считая ее обычной парламентской партией. В итоге мы получили относительно умеренных ненацистов, заседающих в парламенте, и также целую группу экстремистов, которые сегодня, вдохновленные ее успехами, используют создавшуюся ситуацию,
практически берут протестное движение под свой контроль. Мы приехали сюда не для того, чтобы выражать свою поддержку той или иной стороне конфликта, а отнюдь нет. Мы приехали сюда для того, чтобы выразить свою озабоченность радикализацией протестного движения, опасностью потери контроля над ним не только со стороны правительства, но и со стороны оппозиции, а также тем, что сегодня в Украине сложилась благоприятная обстановка для вхождения нацистов в полную власть. Сегодня демократически избранный президент поставлен в положение, когда он не может обеспечить безопасность своих граждан на улицах украинских городов. Сегодня оппозиция не соглашается на предложенные президентом условия, в том числе на то, что возглавить правительство. Сегодня всем этим пользуется третья сила, национал-радикалы, о которых я говорил, которая, очевидно, нацелилась на власть. История знает много примеров, господа. В том числе из нашего недавнего прошлого, как мы уже говорили, когда в схожих обстоятельствах проигравшими оказывались те силы, которым были приверженцами демократиями, и побеждали и экстремисты, которые под популистскими лозунгами творили потом беззаконие и произвол. В состав нашей группы входят политики из разных государств, депутаты парламентов разных стран, евродепутаты, общественные религиозные деятели, известные антифашисты и правозащитники. Многие из них приехали из тех стран, которые, как я уже говорил ранее, пережили эти процессы, которые происходят сегодня в Украине. И сегодня я думаю, что мы должны очень четко и серьезно поговорить. Мы, я думаю, буквально в самые ближайшие дни соберем президиум нашего движения. Я предполагаю, и мы проговорили уже, что соберем мы его в Страсбурге, в присутствии Генерального секретаря Совета Европы. Мы будем ходатайствовать, и сейчас уже начались переговоры, о том, что доклад по Украине после сегодняшней нашей конференции, встречи с президентом, мы будем обсуждать на заседании Кабинета министров Совета Европы, где присутствуют все страны, входящие в Совет Европы, и будем сегодня серьезно говорить о том, что сегодня события на Украине – это не события на Украине, это события в Европе, господа. Это события там, это угроза миру. И я хочу сказать, что если мы дальше так будем идти, то я не побоюсь этих слов, мы можем очень четко ступить на тропу подготовки к Третьей мировой войне. А сейчас я хочу передать слово первому заместителю международного правозащитного движения, первому заместителю президента международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Валерию Викторовичу Энгелю, руководителю авторского коллектива, который создавал «Белую книгу нацизма», для того, чтобы он коротко рассказал о том, что это за труд и чем он может быть нам полезен в нашей работе. Пожалуйста. Спасибо, Борис Исаакович. Действительно, у меня мало времени, поэтому я постараюсь очень коротко, так сказать, рассказать об этом.